Но все-таки более важно, чем вот все, что я сказал про сдачу зачета, то, что я сказал про то, что вы сами можете влиять на тематику семинара. Пока что вот там вот ходит листик, упустили его, блин. Там, кроме этого листика, еще несколько экземпляров сегодняшнего объявления. И на том же листе объявления о следующем семинаре. Кому интересно, можете забрать с собой. Если вы это еще у себя в общежитии повесите, то будет совсем замечательно. Соответственно, я буду впредь стараться, чтобы на каждом семинаре была известна тема следующего заседания. Так, и призываю вас проявлять активность. Ну, поскольку сегодня, в отличие от вводных семинаров в прошлые годы, тут не пришел никто из преподавателей с наших основных кафедр, с высшей математики, с общей физики и так далее, то тогда та часть семинара, которая была посвящена первого заседания, которое традиционно было посвящено тому, что этих преподавателей выталкивали к доске и просили их рассказать, на какие темы они могли бы сделать доклад, если бы их хорошо попросили, то эта часть сегодняшнего заседания опускается. Разве что я могу сказать, на какие темы я могу что-то рассказать, если меня попросить. Потому что я сам на кафедре теоретической физики работаю, соответственно, что-то из интересующих вас тем по теоретической физике я могу для вас по возможности популярно изложить. Как в той мере, в которой это можно сделать за одну пару. При этом меня интересуют вопросы, связанные с дифференциальной геометрии, соответственно, с общей теорией относительности, с одной стороны, с квантовой механикой, особенности с основанием квантовой механики, с другой стороны. Ну, а если более конкретно вас интересует, вы можете вот на сайт семинара пойти, на всякий случай, на душу, на доске. Посмотреть, на какие темы я раньше делал доклады. Ну, если возникнет желание у вас, то что-то из этого я могу повторить. По организационной части есть вопросы? Нет вопросов. Тогда давайте приступим к обсуждению единиц измерения вектора динамики. Так, вопрос к тем, кто с первого-второго курса. Что такое дивергенция и ротор? Знаете или не знаете? Ну, нам только рассказали. Только что рассказали? Только рассказали, только физики. А, понятно. С первого курса наверняка не знаете. Хорошо. Тогда мне надо будет соответствующий момент по ходу дела объяснять, но я думаю, я буду соответствующую формулу переписывать без... А что такое поток векторного поля через поверхность? Все знают? Значит, вот есть такая очень старая проблема, связанная с единицами измерения в электродинамике. Дело в том, что если вы будете пить, в уравнение Максвелла входят 4 поля. E, D, B и H. Собственно, E – это электрическое поле. B – это магнитное поле. Точнее, E – это напряженность электрического поля. B называется индукцией магнитного поля. Но кроме того, есть еще поле D, которое называют индукцией электрического поля. Есть поле H, которое называют
напряженностью магнитного поля. Значит, чем, например, отличается ЕАД от АТФ? Собственно, если у нас поля в вакууме, то есть только Е и В. А Д и H с ними попросту совпадают. Но, во всяком случае, если мы используем хорошие единицы измерения, то они просто совпадают. А если мы рассматриваем поля в среде, то под действием внешнего поля среда поляризуется. Под действием внешнего электрического поля в каждом объемчике наводится дипольный момент. Что такое дипольный момент, все знают? Первый, второй курс. Диполь — это когда вот, ну, скажем, два заряда, электрические и магнитные, одинаковой величины, или два электрических заряда одинаковой величины противоположного знака, разнесены на некое небольшое расстояние. Тогда у нас есть электрический дипольный момент, пропорциональный этому расстоянию и пропорциональный абсолютной величине заряда. То есть поляризация среды, значит, в каждой маленьком кусочке среды электрические заряды сдвинулись в одну сторону, магнитные — в другую. И поле D — это некое это поле E, к которому прибавлено, умноженное на какой-то коэффициент, дипольный момент единицы объема среды, электрический дипольный. Точно так же, если есть внешнее магнитное поле, то среда может тоже поляризоваться, и в нем могут возникнуть в каждом элементике объема магнитный дипольный момент. То есть каждый элементик объема может оказаться намагничен. То есть можно считать, что там возник, скажем, вихревой ток. Потому что магнитный диполь — это такой маленький виток стока. И величина этого диполя пропорциональна произведению площади этого витка на величину тока. И точно так же H — это комбинация B и магнитного дипольного момента на единицу объема с каким-то коэффициентом. И в хороших системах отсчета, таких как Гауссовая система СГС, у всех этих четырех полей единицы измерения одинаковые. Тогда, если у нас, я уже сказал, в вакууме индукция и напряженность каждого поля совпадают, а кроме того, в вакууме, если у нас бежит волна электромагнитная, ну, радиоволна, свет, не важно, то в этой волне амплитуда электрического и магнитного поля в хорошей системе одинакова. В хорошей системе единица. Но к Си это не относится. Потому что, как вы видите, написано на слайде, в системе IC, у всех четырех, то есть в международной системе единиц, которая считается стандартной, которая по закону считается обязательной для техники, для науки, для образования, у каждого из этих четырех полей своя единица измерения. И вот тут вот есть цитата из статьи Сивухина «Успех физических наук» в 1979 году, что в этом отношении система Си не более логична, чем, скажем, система, в которой длина, ширина и высота предмета измеряются не только различными единицами, но и имеют разные размерности. Причем эта статья была опубликована по решению Бюро общей физики Академии наук. То есть эта статья в какой-то мере отражает мнение сообщества физиков. А непосредственным толчком к этой статье послужило то, что незадолго до этого вот как раз по закону определили систему Си как обязательную еще и для образования. И сам вот Сивухин, ну, наверное, с учебником Сивухина по общей физике все сталкивались. И видели, что несмотря на все законы, он все равно написан в системе СГС. Чтобы этого закона удовлетворить хотя бы формально, у него есть там отдельный параграф или глава, не помню, в соответствующем томе, где он разбирает, как одно с другим связано. Причем Сивухин в этом плане проявил
несгибаемую твердость, потому что многие другие учебники по электродинамике в итоге оказались испорчены путем переписывания в систему Си. И не только учебники. Скажем, я вот на эту тему вот в Институте общей физики, ну, практически вот это же, что вам рассказывал, и там один коллега очень личным образом воспринял эту тему, потому что в свое время ему для получения госпремии пришлось переписать монографию из СГС в Си. По ходу дела в эту монографию было внесено дополнительное количество всяких ошибок в формулах за счет конвертации в другую систему. Поэтому там у многих физиков к системе Си есть личное неприязненное отношение. Ну и, впрочем, я не знаю, наверное, на кафедре общей физики вам систему Си тоже успели поругать. Успели? Первому курсу тоже успели? Ну, успели. Еще нет? Ну, в первые дни даже вот так наговаривались. А, даже в первые дни? Замечательно. Хотя вроде бы у вас еще электромагнитного поля-то нет. Потому что, собственно, вокруг электромагнитного поля все баталии идут. Для механики, что Си, что СГС. Ну, сказали, что в будущем проблем. Принципиальной разницы нет. Только масштаб. Идем дальше. Это вот я записал здесь уравнение, основные уравнения электродинамики в системе Си. С учетом присутствия товарищей с первого и второго курсов надо что-то пояснить. В частности, что такое диф и рот. Что дивергенция и рот. Ну, что такое частное производное, я думаю, все это знают. Знаете? Так, что такое векторное произведение, тоже все знают. Ну, хорошо. Итак, что такое... Давайте сперва напомним, что такое поток поля через поверхность. Если у нас есть векторное поле, то есть в каждой точке пространства задан вектор. В поле. Это все векторное поле. И если есть какая-то поверхность, мы из этой поверхности эту поверхность бьем на маленькие площадочки, так, чтобы их можно было считать практически плоскими. И для... И поле в пределах площадочки можно было считать практически одно. Выбираем на этой поверхности знак, говорим, где в этой поверхности внутренность, а где внешность. И тогда, вот если кусочек поверхности, вот векторное поле, берем проекцию этого векторного поля на нормаль и считаем, что вот поток. Это вот это поле, мы скажем, B, проекция на нормаль, с учетом знака, на внешнюю нормаль. И умножить на площадь этой поверхности. И суммируем это вот по всем площадочкам. Ну и переходим к пределу, что площадочки все меньше и меньше. Вместо суммы получаем интеграл по поверхности. И вот это называется поток. Поток векторного поля через поверхность. Понятно? Так, если поверхность замкнутая, а причем если мы возьмем замкнутую поверхность и поделим ее пополам, и возьмем поток поля, вытекающий из одной поверхности и из другой поверхности, и сложим, то что окажется? Окажется, что вот есть вот граница между этими поверхностями, и для одного потока она взята нормально, смотрит в одну сторону, а для другого в противоположную. Видно? Ну, что это не видно? И, соответственно, поток этой вытекающий из одной поверхности учитывает эту поверхность с плюсом, а то есть другой с минусом. Если мы эти потоки сложим, то вклад этой границы компенсируется.
Таким образом получается, что при разбиении вот большой поверхности замкнутой на ячейки, потоки делятся на кусочки, ну и если наоборот объединяем ячейки, то складываются. А что такое дивергенция? Дивергенция, там, скажем, B, это поток поля B, вытекающий из маленькой-маленькой ячейки, разделить на объем этой ячейки. Вот, собственно, все. Мы можем для потока поля через поверхность представить себе такую геометрическую картинку, что если мы провели линии поля так, чтобы частота этих линий была пропорциональна величине поля, а сами линии касались векторов поля всюду, то тогда поток поля через поверхность прямо пропорционален числу линий, которые эту поверхность пересекают. Представим? Так что, если посмотреть... А, и еще надо что на кумирот объяснить. Значит, сначала, что такое интеграл от поля вдоль кривой? Вот берем кривую, ориентированную кривую. Вы выбрали на ней положительное направление. Побили тоже на маленькие кусочки, чтобы они были практически прямыми, и поле, чтобы было на них практически одно. И вот берем длину этого кусочка и множим на проекцию поля вдоль кривой. И суммируем по всей кривой. Это вот будет называться интеграл от поля вдоль кривой. Если кривая замкнута, то есть такая кривая называется замкнутым контуром, на нем надо еще обозначить, какое направление обхода положительное. И берем интеграл или сумму, а в пределе интеграл по этому витку один раз, то это будет называться циркуляция поля по этой кривой. И опять-таки, если мы такие витки будем так вот объединять, и положительное направление обхода нарисовал, то вы видите, внутреннюю границу мы один раз, когда по одному идем, проходим в одну сторону, по другому идем, проходим в противоположную сторону. То есть если мы опять-таки, если у нас какой-то большой контур, мы его поделили на маленькие ячейки и с одинаковой ориентацией, и считаем по каждой ячейке циркуляцию, то циркуляция по большому контуру — это будет сумма циркуляции по всем маленьким контурам. И как и с этим, как с потоком мы ввели дивергенцию, здесь тоже мы можем ввести аналогичный ротор. Мы берем маленькую-маленькую площадочку и считаем вот циркуляция поля по этой площадочке разделить на площадь этой площадочки. Для маленькой-маленькой площадочки. И вот эта величина будет ротор поля B. Это будет... Но ротор поля — это вектор. Если взять площадку, если это иксовая компонента ротора, это значит, площадка должна быть в плоскости yz, перпендикулярно x. Направление связано с направлением так, что плюс, если направление обхода контура связано с направлением вектора по правому винту, и минус, если по левому. Так что, я не знаю, в интегральной форме, может быть, у вас, я не знаю, было на втором, на третьем курсе уравнение максимума в интегральной форме? Не было? А ну раз у вас не было потоков и циркуляции, то, наверное, не было и уравнения. Ну и теперь можно, соответственно, объяснить, что какое уравнение значит. Видите указку? Вот это уравнение, то, что поток через любую, означает, что поток через любую замкнутую поверхность магнитного поля равен нулю. То есть линии магнитного поля нигде не обрываются.
магнитных зарядов. Это уравнение означает, что поток электрического поля D через любую поверхность пропорционален тому, какой заряд сидит в этой поверхности. То есть линии электрического поля начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных или на бесконечных. Вот это уравнение означает, что циркуляция электрического поля, то есть вихревое электрическое поле, которое идет по кругу, связано с тем, что через этот контур должен проходить изменяющийся поток магнитного поля. А это уравнение, что вот вихревое магнитное поле возникает, если через этот контур течет электрический ток, или вот есть переменное электрическое поле. Вот этот вот вектор задает плотность потока энергии электромагнитного поля. Это плотность, объемная плотность энергии. А это, ну не буду подробно говорить, тензор напряжения, он задает, как и куда течет импульс. У поля тоже есть импульс. Но это сила действующая назовем. С стороны электрического поля, с стороны магнитного. Это как индуктивно связано с потоком магнитного поля и электрическим током. А вот это то, что вот я уже вам говорил, как поле D связано с полем E, как поле B связано с полем H. Это в системе C. Видите, здесь возникает некий E0, некий констант V, μ0. P – это электрический дипольный момент на единицу объема, M – это магнитный дипольный момент на единицу объема. Даже если нет никакой среды, P и M равны нулю, все равно D не равно V, B не равно H. Это особенность системы C. В вакууме, ну, если исключить поля D и H, оставить только E и B, вот как эти же уравнения выглядят. И тут видно, что вот нет симметрии между, вот, скажем, вот этим уравнением для ротора здесь и этим уравнением для ротора здесь. Здесь перед производной никакого коэффициента нет, а здесь появился коэффициент Е0 на Ми0, который равен единице на C². И здесь видно, что, скажем, в плотности энергии перед Е в квадрате и перед В в квадрате стоят разные коэффициенты. Собственно, в чем еще раз проблема. Система С оказывается вследствие этого неудобной для электродинамики. Поначалу это не было отчетливо ясно, потому что откуда, собственно, следует, что у всех этих четырех полей должна быть одинаковая размерность. Ну, для этого надо считать, что надо, во-первых, отказаться от эфира. Надо признать, что в вакууме ничего нет, и пустой, и нет там никакого, ничего, что там могло бы поляризоваться. И вообще в вакууме вот эти вот поля Е должно совпадать с D, а B с H. А кроме того, надо, а для этого нужна теория относительности. Для того, чтобы понять, что вакуум – это просто вакуум, что это не эфир. А вот можно спросить, вот об эфире вы говорите как вот о таких представлениях, как светоносная среда? Ну да. Я понял. А с другой стороны, надо опять-таки изучать специальную теорию относительности, чтобы понять, что если писать в четырехмерном пространстве времени уравнение, то окажется, что поля Е и Б объединяются в одну четырехмерную матрицу 4×4. И поля D и H тоже объединяются в одну матрицу 4×4. И в этих условиях удобно, чтобы у них все-таки была одинаковая размерность. Тогда эти поля войдут в эту матрицу без всяких коэффициентов. А если размерность этих полей разная, то надо будет еще помнить, что
не только в какие клетки матрицы какое поле ставить, но и какие коэффициенты туда еще приписывать. Собственно, поскольку инженеры в массе своей теории относительности не знают, то для них, соответственно, ущербность с этой точки зрения системы Си нечем. Ну а кроме того, когда придумывалась, точнее, еще не система Си, а ее предшественник, практическая система единиц, мы придумали как раз инженеры, еще не было специальной теории относительности. А когда появилась специальная теория относительности, то оказалось, что от вольта и ампера отказываются уже поздно, они уже в каждой розетке. И поэтому оказалось, что система Си неудобна для электродинамики, но эталоны поддерживаются именно для системы Си. Вопрос? А видите? Измерительные приборы калибруются в системе Си. И с вольтом и ампером надо было бороться 100 лет назад, сейчас уже с ними бороться просто. Да и даже 100 лет назад, может быть, шансы были не очень велики с ними бороться. И какая в итоге сложилась практика? Что вот система Си, это система для измерений, а Гауссова система СГС, это система для выкладок. Формулу в ней лучше писать лучше в СГС, а мерить лучше в Си. Потому что емкость всех конденсаторов, скажем, сейчас прокалибрована в фарадах. А в системе СГС единица емкости это сантиметр. Хотя вот коллега с кафедры общей физики мне рассказывал, что ему встречались древние конденсаторы начала 20 века, которые были промаркированы не в фарадах, а в сантиметрах. С другой стороны, СГС оказалась основой некой системы систем физических единиц. То есть, не знаю, сталкивались вы или не сталкивались, но, скажем, в теории относительности физики часто любят положить скорость света единицы. Сталкивались. А в общей теории относительности могут еще захотеть положить единицы, скажем, гравитационную постоянную. А в квантовой механике могут захотеть положить единицы постоянную планк. Так вот, когда такие уравнения пишут, положив какие-то фундаментальные константы единицы, то стартуют с уравнений, написанных в СГС. И вот именно это я вот говорю, что, имею в виду, когда я пишу, что СГС — это основа некой системы систем единиц. Что вот эта система систем единиц — это система СГС, и те системы, которые получаются из нее, за счет того, что ту или иную фундаментальную константу положили равные единицы. То есть положили скорость света в единицы, и тем самым стали мерить время в сантиметрах. Ну, всем понятно, что это значит. 1 сантиметр времени — это время, за которое свет в вакууме пройдет 1 сантиметр. Все скорости стали безразмерны, выражаться через скорость. И в этом плане, опять-таки, система Си от всех этих теоретических систем стоит в стороне. Ну и еще, продолжая описывать сложившуюся практику, электрические цепи, как ни странно, все-таки пишут в системе Си. Даже у Тама, в основах теории электричества, которые последовательно написаны в системе СГС, есть один раздел, где используется система Си. Этот раздел как раз касается электрических цепей, особенностей емкостей. А с другой стороны, электромагнитное поле все-таки предпочитает писать в СГС. Правда, если вам дать задачку, в которой присутствует сразу электрическое поле, электрические цепи. Как вы будете с такой задачкой работать?
Придется вспоминать, как одно в другое переводить. А было бы все-таки приятнее иметь что-то, чтобы было удобно и там, и там. Ну и, собственно, возникла мысль, нельзя ли модифицировать систему SGS в гауссовую систему так, чтобы сохранить ее главное преимущество. Дело в том, что во всяких ругательных статьях в адрес системы C часто смешивают две разных ее особенности и связывают разные размерности вот этих четырех полей с тем, что в константе, в законе Кулона в системе C есть отличие от единицы констант. Но на самом деле одно с другим не связано. Значит, что мы будем делать? Мы сперва перейдем от гауссовой системы SGS к гауссовой же системе МКС, метр килограмм в секунду гауссовой системы. Единица заряда в системе МКС гауссовой будет 10 в степени 4,5 единица заряда SGS, к которой мы прибыли. Правда, коэффициент не очень приятный, дробная степень. Но тем не менее. И потом мы модифицируем эту систему, введя дополнительную единицу, независимую единицу заряда, кулон, такой же, как в системе C. Но при этом сделаем так, чтобы все четыре поля измерялись одинаково в вольтах на метр. И то, что получается, у меня условно обозвано физико-технической системой. Почему физико-технической? Ну, чтобы примирить физиков с техниками. Физиков, которые любят СГС, с техниками, которые любят СИ. Дальше вот эта система обозвана буквами F. Значит, вот у нас написан закон Кулона в системе СИ. Вот этот коэффициент единицы на 4π эпсилон 0 мы обозвали как k. Ну давайте, можно назвать его, скажем, константой Кулона. Эпсилон 0 я не буду писать, чтобы не возникла путаница, где система C, а где физико-техническая. А в системе МКС Гаусса коэффициент k отсутствует, он равен единице. И, соответственно, сравнив эти два выражения, видим, что коэффициент пересчета зарядов – это корень коэффициента k. Если мы хотим, чтобы в обоих системах сила равнялась заряду умножить на поле, то раз заряд умножился на этот корень, то поле надо на тот же самый корень поделить. А дальше мы делаем то же самое со всеми остальными величинами. Все источники, то есть заряды, токи, плотности токов, дипольные моменты при переходе от гауссовой системы к физико-технической, вставляем перед ними корень из кулоновской константы. А для всех полей E, B, D, H, потоков, циркуляций, вставляем единицу на тот же самый. И в силу этого, как здесь вот были одинаковые размерности у всех четырех полей, так и физико-технические остались одинаковые размерности для всех четырех полей. У всех четырех полей оказываются одинаковые единицы измерения, вольт на метр. То есть вот правило, как формулу в гауссовой системе превратить в формулу в физико-технической. При всех источниках ставить корень исчислитель, при всех полях ставить корень измерения. При этом для электрических цепей остается ровно все то же самое, что было в системе С. Вот я написал несколько формул, что ток – это производная от заряда по времени. Видно, что если заряд в кулонах время в секундах, то получается ампер, и неважно, С это или физика. Вот исходя из этой формулы, что U на I
это мощность. Видно, что раз у нас метр, килограмм, секунда те же самые, амперы те же самые, значит напряжение останется в вольтах, и сопротивление останется в омах. Ну и с формулы, скажем, для энергии конденсатора и энергии катоды, то есть индуктивности, видно, что конденсатор останется, емкость останется в фарадах, а индуктивность останется, как это называется, единицей, в евро. То есть получается, что вот такая вот модифицированная гауссовая система, она, вот в ней те же самые уравнения написаны, и вы видите, что вот как вот если сравнивать ротор и ротор, и здесь одинация, и здесь одинация, симметрично. Если смотреть энергию поля, то там одинаковые коэффициенты для Е и для электрического, и для магнитного поля. Если смотреть силу, действующую на заряд, то получается формула в точности такая же, как в гауссовой системе. Вот тут вот я всю вот эти константы Кулона обвел в рамочку, и видно, что если эту рамочку выкинуть, то получится ровно такие же формулы, как в ЭЗС. То есть вот, собственно, резюме. И в итоге обратите внимание, что когда вы фиксируете, что вот у вас вы смотрите размерности разных физических величин, в чем что измеряется, то вы там фиксируете, скажем, метр, килограмм, секунду, там, еще, скажем, ампер, а остальные единицы получаете, перемножая и возводя в степень вот эти вот основные единицы. Но для того, чтобы фиксировать систему единиц, мало фиксировать основные единицы. Надо еще фиксировать форму уравнений. И вот в такой вот условной физико-технической системе основные единицы измерения ровно те же самые, что в системе Си. Метр, килограмм, секунда и ампер. Но поскольку уравнения пишутся в другой форме, то некоторые производные единицы оказываются другими, чем в системе Си. Понятен ли этот момент? То есть даже вот если вы площадь считаете, вы можете мерить площадь в метрах квадратных, а можете мерить площадь в круглых метрах. Круглый метр – это площадь круга радиусом 1 метр. Если мерить площадь в круглых метрах, то в формуле для площади прямоугольника окажется, что А на В разделить на π. А в формуле для площади круга в круглых метрах будет просто r в квадрате. И если посмотреть, то, что в квадратных метрах, что в круглых метрах, единица измерения площади имеет размер с метра во второй степени. Но это разные единицы. Потому что здесь есть, за счет вот этого π, которое исчезло из площади круга и попало в площадь прямоугольника. Понятен этот момент? И точно так же в любую формулу, которая связывает какие-то, вводит вам какие-то новые величины, вы можете взять и совершенно с потолка вставить какой-нибудь коэффициент. И в итоге изменятся единицы, в которых измеряется вот эта вот новая величина, которая этой формулой является. Поэтому можно рассматривать вот такую физико-техническую систему как модификацию системы Си. Система Си, она совпадает с пасмовой единицей. А с другой стороны, по форме записи уравнения, это скорее модификация гауссовой системы. Ну а с учетом того, что если посмотреть вот четыре поля, то вот в физико-технической системе и в системе Си совпадают электрические поля, просто они как бы. Поле D отличается на коэффициент длиной, в
поле H отмечается на C минор, а поле B отмечается в скорость света раз C. Видите, скорость света. Чтобы получить физико-техническое поле, надо вот ST, это старая система сети, надо ее умножить на скорость света. В принципе, это не так страшно для экспериментаторов, потому что не существует приборов для измерения полей D и H. Поля D и H — это некие вспомогательные поля. Потому что я уже вам говорил, что это поля D и H — это линейная комбинация полей E и B с соответствующими плотностями дипольных моментов электрического момента. Меряют всегда поля E и B. Поле E совпадает, поле B, ну, отличается в скорость света раз. Но скорость света — это, по крайней мере, хороший физически осмысленный фактор. Ну и поэтому, чтобы экспериментаторы на нас не обижались, можно вот сказать, что поле B физико-технической системы разделить на C, которое совпадает с полем в системе C, обозвать, скажем, приведенным магнитным полем, не использовать его для написания формул, но иметь в виду, что вот в нем прокалиброваны те приборы, которые меряют магнитное поле, вот существующие сейчас в системе C. Что еще тут можно отметить? Тут можно обсудить физический смысл вот этой постоянной кулоны. Ее численное значение — это отношение единицы заряда в системе МКС Гаусса к одному кулону в квадрате. И на данный момент эта константа особого физического смысла не имеет. Но, как ни странно, в ближайшем будущем она некий физический смысл должна приобрести. Дело в том, что когда международная система единиц только возникала в конце 19 века, как определялись метры, килограммы, секунды? Кто помнит? Вы помните? Метр был определен, что вот есть платиновая иридиевая линейка с хитрым X-образным сечением. На этой линейке нанесены две риски, и по определению считалось, что метр — это расстояние между этими двумя рисками при атмосферном давлении и температуре 0 градусов. По определению. Килограмм по определению, это вот было, что вот в Севре, там в палате меры весов, кроме этой линейки, есть еще гирька. И масса этой гирьки по определению равна 1 килограмму. Секунду тогда, как ни смешно, не определили. Сказали, что такое секунда, спросите у астрономов. Потом уточнили. Сказали, что секунда — это не просто астрономическая секунда, а астрономическая секунда, приведенная к эпохе 1900 года. Потом, по мере роста точности измерений, понадобились более точные эталоны. И в конце концов для секунда была определена через эталон частоты. Что вот есть спектральная линия в атоме, частота, которая излучается при неком переходе электрона с уровня на уровень, и зафиксировали, что эта частота по определению равна некоторому числу. Какой именно атом? Сейчас не помню. Сейчас этот атом еще успели поменять, но в общем, в итоге оказалось, что после этого, что не нужен нам никакой материальный эталон секунды, достаточно договориться, какой
атом при каких условиях. С метром тоже в конце концов расправились, зафиксировав точное численное значение скорости света. Вот, это значение скорости света является точным. Потому что так договорились. И после того, как так договорились, те опыты, которые раньше были опытами по измерению скорости света, превратились в опыты по определению длины метра. То есть секунды есть через эталон частоты, метр есть через эталон частоты и скорость света. А что сейчас с килограммом? Конечно, смешно, но до сих пор килограмм – это масса той самой гирьки, которая уже более 600 лет хранится в Севре под тремя этими колпаками, все видели фотографии. Последние уточнения, ну и копии этой гирьки хранятся, ну там вот еще где-то в дюжине стран. Причем последнее уточнение к определению килограмма состояло в том, что прежде чем сверять вот этот самый эталон килограмма, вынув его из-под колпака, его надо по определенной процедуре помыть. Потому что иначе он пачкается, и он пачкается на один микро, примерно на один микрограмм за год. Понятно, что все единицы измерения сейчас вроде бы привязаны к... А, и ампер определен, что как сила тока, которая такая, что два параллельных провода на расстоянии 1 метр притягиваются с силой там 2 на 10, там минус 7, кажется, ньютона на 1 погодный метр. Понятно, что определение килограмма через гирьку давно уже никого не устраивает. И вот уже последние несколько десятилетий шел спор по поводу того, как переопределить килограмм. Собственно, было два основных предложения. Одно предложение состояло в том, чтобы зафиксировать точное значение постоянной Авогадро, сделать из кремния шарик, отполировать, посчитать его атом, зафиксировать точное число постоянной Авогадро, и за счет этого будет зафиксировано значение килограмма. Это было одно предложение. Другое предложение было другое. Состояло в том, чтобы зафиксировать в дополнение к скорости света еще численное значение постоянной Планка и элементарного заряда электрона. Если это сделать одновременно, то сразу у нас определяется и ампер, определяется кулон, а стало быть, определяется ампер. А с другой стороны, можно скомбинировать Е, С, H и получить килограмм. Причем, в принципе, для килограмма хватило бы одной постоянной Планка, но оказывается, что удобнее зафиксировать то и другое одновременно. Почему мы тут, я немножко дальше про это скажу, а пока обращу ваше внимание на следующее, что в системе Си после того, как будет зафиксировано точное значение элементарного заряда, окажется, что кулон будет привязан к элементарному заряду. А в системе СГС у нас принято брать единичный коэффициент в законе Кулона. Единица заряда в СГС определяется через силу взаимодействия к элементарному заряду, никакого отношения не имеет. И поэтому после этого окажется,
что для того, чтобы пересчитать заряд из системы Си в СГС после того, как будет вот кулон фиксирован через элементарный заряд, нам надо будет знать значение константы кулона. А константа кулона, она теоретически не вычисляется. Это экспериментальная константа, ее мерено. Ну, правда, фундаментальный смысл имеет не она, а нечто, что ей пропорциональное, так называемая константа тонкой структуры. Ну, не буду я сейчас про это говорить. Но если сейчас вам по общей физике могут дать задачку, типа, выведите отношение единицы заряда в системах Си и СГС, то после того, как будет зафиксировано значение кулона через элементарный заряд, эта задачка уже потеряет решение. Это нельзя будет вывести. Это надо будет измерять. Ну или в ответ войдет вот эта вот константа кулона, которая известна не точно. При этом после того, как будет зафиксирован кулон через элементарный заряд, через заряд электрона, ведь не появятся ниоткуда эталоны для системы СГС. Эталоны будут поддерживаться для системы Си. И после этого окажется, что для того, чтобы что-то пересчитать из системы ВЗГС в систему Си, надо брать вот эту вот константу кулона, которая известна не точно, и этот пересчет будет вносить дополнительную погрешность. То есть вот это вот, то, что фиксация точного численного значения элементарного заряда, в некотором смысле, это подкоп под основу системы СГС. С другой стороны, это очень логический шаг, потому что элементарный заряд это самое естественное, к чему можно привязать единицу заряда. Что заряд квантуется именно по таким элементарным зарядам. Ничего более естественного придумать нельзя. Но при этом, значит, если вот обсуждать вот возможное взаимодействие между этими тремя системами единиц, Си, СГС, вот эта вот нигде не используемая физико-техническая система, то понятно, что вводить в дополнение к двум существующим системам единиц еще и третью, чтобы студенты мучились с ними тремя, я не уверен, что рационально. Поэтому эту вот физико-техническую систему, наверное, имеет смысл вводить в том случае, если есть надежда, что она вытеснит сегодняшнюю систему Си. А, и есть ли такая надежда, вот в чем вопрос. Мне, как ни странно, кажется, что такая надежда, пусть не очень достаточно зыбкая, но все-таки есть. С чем это связано? Ну, во-первых, все-таки для переучиваться на физико-техническую систему почти не надо. Потому что электрические цепи считаются в точности, как они считались в Си. А все привыкли считать их в Си. Электрические поля, электромагнитные поля считаются почти как в СГС. Правила, по которым надо вставлять коэффициенты, достаточно просты. Так что привыкнуть можно легко. А в обратную сторону от физико-технических СГС переход еще проще. Это значит первое основание. Второе основание состоит в том, что на самом деле международное сообщество метрологов все-таки, пусть и пока робко, но сделало некие шажки в сторону системы СГС. Это вот цитаты из 8-го издания брошюры «Международная система единиц». Причем в 7-м издании соответствующие фразы отсутствуют. В моем переводе. Видите, какие забавные фразы.
выделение все мое. Отдельные ученые должны также иметь свободу иногда использовать единицы, не входящую в систему СИ, для которых они видят частные научные преимущества для своей работы. Видите, каким количеством оговорок оснащена эта фраза? Что нам очень не хочется ученым это разрешать, но так уж и быть. А вот следующая фраза, она объясняет, что, с чем связано первое. Пример этого использование звезд гауссовых единиц в электромагнитной теории применительно к квантовой электродинамике и относительности. Собственно, вот это вот и есть объяснение предыдущей фразы. Имеются в виду в первую очередь не какие-то абстрактные единицы, не входящие в систему СИ, а единицы гауссовой системы СГС. Ну, давайте на эту оговорку посмотрим внимательно. Применительно к квантовой электродинамике и относительности. На самом деле, без специальной теории относительности нельзя дать современное последовательное изложение электродинамики. И на третьем курсе специальная теория относительности и электродинамика, классическая в вакууме, даются в рамках одного семестрового курса теория поля. Поэтому фактически эта оговорка означает признание того, что гауссовая система единиц в электродинамике удобна. Причем тут еще есть некий кивок в сторону кванта. И эти экивоки, видимо, связаны с тем, вот как раз вот с той самой резолюцией, вот, про которую я упоминал, что вот она, эта резолюция была принята в 2011 году на 24-й Генеральной конференции по мерам веса. Резолюция называется «О возможных будущих пересмотрах международной системы единиц СИ». И вот как раз в этой резолюции планируется зафиксировать точное численное значение постоянной планки элементарного заряда. Ну и получается, что система СИ, привязавшись к постоянной планке элементарного заряда, должна будет как раз опереться на квантовую электродинамику при определении двух основных единиц, килограмма и ампера. Но опять-таки та же самая цитата. Как раз квантовой электродинамики метрологи уже признали, что система СГС удобна. Введены эталоны, воспроизведены единицы массы. Так вот, новые единицы с помощью квантовых эффектов. Значит, вот тут старое определение ампера фиксируется в значении мюна. Ну, это то же самое, что я сказал про силу взаимодействия двух проводников, только другим образом записан. Но на самом деле, вот, как ни странно, система СИ сейчас существует в двух разных вариантах. Одна и та же система СИ существует в двух разных вариантах. Хотя, может быть, вам про это не говорят, но это так. Во-первых, есть ампер определенный вот так, как написано по определению строго. А есть еще другие единицы. Это тоже вариант системы СИ, который называется практические единицы. Они определены с помощью эталонов вольт 1990 и 1990. Что это такое? Он 1990 определяется через квантовый эффект Холла. Квантовый эффект Холла — это вот у нас есть плоский проводник, специальным образом приготовленный. Поперек него магнитное поле направлено, по нему течет ток. И понятно, эффект Холла состоит в том, что магнит, на движущийся заряд поперек скорости действует сила, и она поперек магнитного поля эти заряды смещает. Возникает напряжение поперек тока. И есть так называемое холловское сопротивление, оно пропорционально, это отношение вот этого вот напряжения поперек тока к величине тока.
при квантовом эффекте Холла оказывается, что если это сопротивление мерить, то на нем будет ступеньки. Это, разумеется, не то сопротивление, к которому вы привыкли, потому что напряжение и ток берутся в разных направлениях. Но тем не менее, все равно это позволяет сравнивать с обычным опытом. И вот там вот возникает такой коэффициент, постоянная планка разделить на Е в квадрате. На квадрат Z. И в ВОМе 1990 года принято точное значение вот этого коэффициента. А в вольте 1990 года определяется через эффект Джезерсона. Что такое эффект Джезерсона? Есть сверхпроводник, а два сверхпроводящих контакта, между ними щель. Узенькая. Через эту щель электроны могут туннелировать. Если приложить напряжение, им там нельзя находиться. Но тем не менее, они могут за счет квантовых эффектов перескочить через эту щель. Если поперек этой щели приложить напряжение, то перескочив через эту щель, электрон приобретает энергию. И на другом берегу этой щели он, перепрыгнув, он эту энергию излучает. Точнее, перепрыгивает не отдельный электрон, а куперовские пары. То, что вы знаете, наверное. В сверхпроводнике электроны ходят пары. И вот он приобретает энергию 2Е разделить на напряжение, но если эту энергию излучить в виде одного фотона, то частота этого фотона прямо пропорциональна энергии. Коэффициент пересчета – постоянная планка. И вот этот коэффициент 2Е на H, это как раз есть отношение частоты излученного фотона к напряжению, приложенному поперек Джезерсоновского контакта. Это напряжение тоже численно фиксировано в стандарте 1990 года. Так вот эти вот единицы 1990 года практически, они воспроизводятся существенно точнее, чем те электрические единицы, которые в формально правильной системе Си воспроизводятся. Причем, если мы умножим вот этот соответствующий вольт 90-го года на ампер 90-го года, ну понятно, через Ом, и вольт можно выразить ампер, мы получим не совсем ватт. То, что мы получим, будет 1 ватт с маленькой поправкой, я не помню там. То ли 10 минус 7, то ли что-то в этом духе. Может быть, там на следующем слайде будет. Нет, не здесь. А, ну значит, забыл написать. В общем, будет маленькая поправочка. То есть это все-таки не совсем ортодоксальный вольт. Это ортодоксальный ампер. И дело в том, что в современных измерениях очень часто, не очень, но часто, оказывается, что основной источник погрешности – это не погрешность самого измерения. Это погрешность, которая определена единицей измерения. И за счет этого мерить в практических единицах сейчас точнее, чем в формально правильной системе Си. За счет, вот как раз по этой причине все думают, что пора отказываться от той гирьки, которая хранится в Севре, как эталон килограмма. Потому что она создает, вот эта гирька создает большую погрешность. Если у вас килограмм определен не точно, то сколько бы точно вы не мерили, вы не сможете измерить все точнее, чем та гирька 19 века. Ну и понятно, что фиксируя численные значения постоянной планки и заряда электрона одновременно, именно одновременно, это все равно, что одновременно зафиксировать вот эти вот две константы для квантового эффекта Холла и для эффекта Джезерсона. Вот именно поэтому их хотят зафиксировать одновременно. Вот я вот с коллегами с кафедры общей физики на тему беседовал, на тему того, что нельзя ли попробовать в каком-то экспериментальном виде такие вот физико-технические единицы вести на физике. Попробовать, скажем,
учить студентов в таких единицах, тогда к системе SVS они будут переходить легко, а для перехода к системе C составить там специальную брошюру, где будет все подробно расписано, и разрешить этой брошюрой пользоваться во время, так скажем, контрольных и тому подобное. Уж такая официальная шпаргалка. Но тут реакция, которую я встречал, была разная, но во многом она выражается вот этой картинкой. Видите? Это английская и русская версия одной и той же картинки. Толпа народа, и каждый думает, что он может сделать один. Так, ну это уже, наверное, дальше нет смысла действовать. Ну и вот, собственно, правда, жалко, что осталось всего двое студентов. Вот смысл моего рассказа про это именно вот в этой аудитории был в том, чтобы получить обратную связь от студентов. Что вот как вы воспринимаете, насколько вам это было бы проще или сложнее, если бы вдруг на физтехе решили провернуть эту авантюру и взялись бы рассказывать вам электродинамику в каких-то нигде, кроме физтеха, не применяющихся единицах. Насколько бы вам это было проще или сложнее? Как вы думаете? Я олимпиадник, поэтому я вот очень много на олимпиадах мы считаем все. Вот, и вот это вот все вот законы мы считали ФСИ для электромагнитного поля. Вот, поэтому, когда мы сейчас учим СГС, вот, в СГС, то проще понимается, и я понимаю, как оно переводится, поэтому мне трудно сказать. А, то есть вам сложно сказать, вы слишком хорошо знаете СИ. Да, да. Я знаю СИ, чтобы как, переводить из одного в другое. А вы? Ну, сложно сказать, когда не, ну, честно, моя работа в основном, ну, с решением задач, это более или менее, ну, только плавно, более-менее практически. А вот если заниматься, ну, чем-то более глубоко, чем здесь дается, то там, наверное, ну, яснее понятно, допустим, где вот конкуренция, ну, не конкуренция, а скорее недопонимание между практиками и тех, кто теоретически считает. Вот если заниматься чем-то одним конкретным, то там можно будет понять, насколько. То есть, ну, сейчас, как бы, мне, в принципе, понятно, как, ну, в чем небольшие нестыковки, но мнения не кажутся, допустим, какими-то сильно большими. Вот. А вот если, как бы, ну, почувствовать на себе, насколько они действительно... Вот скажу несколько слов, где эти нестыковки наиболее опасны. Потому что в системе СГС вот у четырех полей B, D, E, H одинаковая разновидность, одинаковые единицы измерения. В системе C у этих четырех полей разные единицы. И понятно, у некоторых других величин вследствие этого все разные единицы измерения, а в СГС одинаковые. И если вы пересчитаете как физик что-то с электромагнитными полями, а потом вам надо это передать инженеру, перевести это все дело в СИ. И тут вы начинаете чесать в затылке, потому что одной и той же единицы Си в системе СГС может быть, в принципе, сопоставлена до четырех разных единиц системы Си. И зависеть это будет от того, какое из четырех полей там отметилось. И если взять не то, то вы получите ошибку. Причем ошибиться тут можно, там, скажем, запросто, в численном значении, там, в 3 на 10, какой-то, ну, скорость света раз. Потому что там скорость света там возникает. Ну, или там какую-то комбинацию, вот, Е0-0. Тоже можно ошибиться. И, в принципе, вот, скажем, в атомном проекте подобного рода недоразумения между физиками и инженерами иногда случались.
когда искали, где же ошибка, ошибка была в банальном переходе от системы SGS к системе C. От системы C к SGS перейти на самом деле проще, потому что там, наоборот, слипаются между собой разные единицы. Ну ладно, давайте на этом пока остановимся.